Здравствуйте, ужарный пользователь Magic Class. Теперь секрет. То есть последнюю карту, вот, то есть нашу колоду, всю карту нужно перевернуть рубашкой вверх. Начнем. Любой нам зритель говорит стоп. Например, вот здесь. Мы показываем вот эту вот карту. И незаметно от него ее переворачиваем. То есть вот наше движение. То есть берем ее, как бы вот переворачиваем, подгоняю и загинаю. Начинаем пролистывать колоду. Попытки там найти эту карту. Вот мы ее нашли и переворачиваем колоду. Показываем зрителю карту. Ваша карта? Ну да. Теперь спрашиваем, верит ли он в чудеса? Он скажет, скорее всего, нет. Значит, мы берем и рубашкой вверх в нашу перевернутую колоду вонзаем карту. То есть любое место. Щелчок рукой. И вот теперь то самое движение. То есть вот эту часть мы поднимаем карту, то есть верхнюю. Это мы отпускаем, то есть рукой прикрыв, отпускаем. Но когда мы ее отпустили, мы вот эту вот карту как бы отпускаем, вот эту приподнимаем. То есть нужно это делать все быстро. Щелчок рукой. И главное не запалить вот эту вот карту. Главное начинать пролистывать там уже, ну там, подальше желательно от этой карты. Начинаем искать его карту. Вот мы нашли его карту. Показываем. Все. Спасибо. Комментируйте.